Вот так вот. Сняли плодородный слой, чтобы положить собянинское говно. Потому что это бред. Снимать плодородную почву и класть перед нее потом газон, который засохнет. Чисто отмывание денег. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Героев надо знать в лицо. Вот так уничтожают, блин, Россию нашу. Собянинские уроды. Потом будут рулончики сюда накладывать сухие. Зачем вы копаете вокруг деревьев? Зачем копаете? Вы хотите уничтожить дерево? Зачем вы копаете вокруг дерева? Бардак. Бардак. Беспредел. Да-да-да. Пожалуйста, да. Посылайте, кого вы хотите, куда. Представьте, пожалуйста, ваши документы на все эти работы, на все то безобразие, которое вот творится на бульваре. У кого документы? У кого? Где женщина, у которой документы находятся? Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут? Я не хочу с вами разговаривать. А я хочу. Это моя земля. Это моя земля. Я хочу узнать, кто творит вот это вот все безобразие. Я хочу документы увидеть. Если это ваша земля, покажите документы на эту землю. Слушайте, я тут живу. Поэтому изначально это моя земля. У кого документы? У какой девушки? Прекратите работы все! Прекратите работы все! Прекратите работы, пока мы не выясним документы, у кого есть на вот эти все вот безобразия, на всю эту работу. Еще раз. Я говорю, прекратите пока всю работу, пока мы не выясним, у кого документы на все вот это безобразие. Кто разрешил, кто это вот, кто распоряжается все, этим всем. Богу. Прекратите. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Перестаньте истерику. Это не истерика, это факты. Это факты. Это факты. Не надо меня снимать. Нет, я хочу узнать, почему, а чего вы боитесь? Не надо меня снимать. Рассказывайте. Нет, скажите, кто вы. Документы предоставьте. На каждой машине откуда мы, идите посмотрите. Нет, мне надо фамилию вашу и документы разрешительные на вот эти работы, которые вы делаете. Да. Мы делаем благоустройство 10-метровой территории после замены борта. То есть здесь будет положен грунт и засеяно травой. А кто это распорит? Какой живой она потом вся, эта трава, я не знаю, чего. Мы не грунтным газоном, мы пассивным газоном будем делать. Она взойдет и будет у вас хороший зеленый вот такой же газон. Хороший? Тут у нас вообще были цветы. Разнотравие луговое. Ну вы просто скажите, кто вообще занимается. Документы же у вас есть? Автомобильные дороги. Ну у вас документы есть разрешительные? Вы здесь не просто же так делаете работы, правильно? Правильно, не умею. Покажите, пожалуйста. У меня нет документов. А какой путевка же у вас есть на вот эти работы? Как же нет? У меня нет. А у кого есть? Руководство, пожалуйста, ГБУ, автомобильные дороги. Туда обращайтесь. И все. У нас везде написано, кто мы и что мы. Но должны быть документы. Вы не можете делать работу без документов на руках. Сейчас я вам покажу, потому что работа на соседней улице.